это вы уже знаете. Что значит на дворе? Двор – это участок земли перед домом. На дворе – это синоним фразы «на улице» – «outside». Зима на дворе. Ночь на дворе. Мороз на дворе. Что значит пора? Пора мы используем, когда говорим, что наступило время что-то делать. Что пора делать, когда на дворе осень? Пора доставать теплую одежду и обувь. Пора брать с собой зонтик, потому что часто идет дождь. Пора пить горячий чай из термоса. Пить горячий шоколад. Есть горячий суп, потому что горячие и теплые напитки согревают. Мы пьем горячие и теплые напитки, чтобы согреться. Согревать, согреть. Согреваться, согреться. Пора собирать грибы и ягоды, если в вашем регионе они есть. Или если вы в России. Конечно, для этого нужно пойти или поехать в лес. Собирать, собрать. Если вы гуляете в осеннем лесу или парке, можно собирать осенние листья или желуди. Гулять, погулять. А у вас? В вашем регионе уже наступила осень. Вы уже достали теплые вещи? Что вы пьете, чтобы согреться? Вы едите горячий суп осенью? Вы любите гулять в осеннем лесу? Вы всегда берете с собой зонт осенью? На сегодня это все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза.